МиГ-27. Группу возглавляет подполковник Геннадий Афанасьев. Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 с крылом изменяемой стреловидности предназначен для поражения подвижных и неподвижных наземных целей, в том числе малоразмерных и высокопрочных. Системой вооружения, состоящей из управляемых ракет, корректируемых авиабомб и пушечного вооружения. Как же зубе? МиГ-20 из майданных жойвы штаттова. Аналган шахтар жоу маневрлыгы мен ерекшеленеді. Шап күрделі және жоғары пилотаждың барлығы. Жер үсті нысаналарын күндіздіні, кез келген ауарай жағдайында жоялады. Жойғыштың қаруын өздігінен дәлдеудің жылы.